Экономистов и... Менеджеров. Точно, менеджеров. Где ждут выпускников с такими дипломами и ждут ли вообще, разбиралась Светлана Христофорова. 323 государственных вуза, если верить навигатору абитуриента, предлагают сегодня обучить по специальности менеджмент. Количество коммерческих учету не поддается. Причем умение управлять готовы учить и железнодорожные вузы, и лесотехнические академии, и даже академии искусства и культуры. Управлять эти выпускники будут отнюдь не оркестром, экономикой. Но вот будут ли? Павел Соколов, круглый отличник, выпускник института менеджмента. Уже 3 месяца обзванивает работодателей. Каждый день ходит на собеседование. И все впустую. На каждом собеседовании мне задают один и тот же вопрос по поводу того, что... Почему вы не работали, когда вы учились? На что я отвечаю, что для того, чтобы получить красный диплом своим умом и трудом, а не деньгами, нужно очень много учиться и заниматься. Есть и такие, кто работу по специальности вообще не может найти и идет, так сказать, к смежным специальностям. Например, устраивать корпоративы.